Ты уже должен быть трезвым. Скажи, пожалуйста. А мы нет. Бухому типу выдать оружие. А? Нет. Старший сказал нахуй забрать. Андрюх. Старший сказал забрать. Вы что, человек в сильнейшем алкогольном опьянении выдали боевое оружие, блядь? Гранаты, может, ему еще... Ярославка на месте. Вы что, вы в себе? Погородка в деле. Это тоже здесь, бля. Какой тип оружием полез? Смотри, это его. Мой автомат. Я понял. Автомат, блядь, знаешь, где? Иди, кстати, оружие. Расходимся, отходим. Привет, офицеры вот стоят. Стык-нож. Стык-нож где? О, остатки. Вот, собрали. А кто выдавал ему оружие? Вон там. Мой злодей. Товарищи солдаты. Происходит какая-то жопа. Мой репортаж с места событий. Значит, моя. Твои вещи стоим, парни, давай. Твои вещи. Где все командование ты делаешь сразу-то? Куда товарищ подполковник ушел? Куда делся командир части? Проебался. Куда делся товарищ подполковник? Я. Что? Я не учусь. Или квадрокоптер пролетает по пьяни орать. Но вообще из офицеров вас не так много с нами. И мне удивительно то, что мобилизованные... В отдельном виде. Что? В бумажном виде, пожалуйста. А, теперь джигами, что ли? Давайте скинемся, братцы. 500 рублей для юмаху. Последних, нахуй. Зато орать, что летит квадрокоптер. Иди, мы дадим тебе на пузырь, блядь. Да. Алкаш ебаный. Я тоже бухнуть люблю, брат. Человек в пьяном виде дает тревогу солдатам. А вот смотрите, командирский состав нервно курит в сторонке. Блин, камера херня, конечно. Зачем ты это делаешь, а? В смысле, зачем я это делаю? Как фамилия твоя?